Отже, поки з нашою медициною ще чимало проблем, але тим більше уваги слід приділяти своєму здоров'ю. І кожен повинен знати не хитрі, прості, але дуже важливі правила його збереження. А в цьому нам допоможуть наші гості, гості нашої студії. Це реабілітолог, остеопат Ігор Іваненко і керівник Центру природного оздоровлення «Здравниця» і його помічниця Анна, асистент. Сьогодні будемо на вас експериментувати. Доброго вам ранку. Добрий. І буквально в двох словах, от чому так важливо піклуватися про себе і як це можна зробити? Ну, так як говорили жителі нашого міста, що медицина по каким-то причинам їх не удовлетворяет. І зараз приходить розуміння к нам, медикам і простим людям, що потрібно брати відповідальність на своє здоров'я, за своє здоров'я на себе. І я работаю в этом направлении, и мы создали такой проект «Школа живи здорово», где уже больше мы занимаемся вот такой образовательной, просветительской работой, научить людей, как можно заниматься профилактикой, не допускать до серьезных проблем. З чим? Я так думаю, що у нас буде з вами цілий цикл бесід, і наших глядачів запрошую до співпраці. Ви можете ставити свої запитання за номером 76-92-42 нашим гостям. А зараз я б хотіла, з чого ми починаємо? Ось такий освітній курс. Да. І ну, вправи. Більше всього ко мені звертаються люди з болями в спині. Це десь 80-90% звернення. И больше всего эти боли люди чувствуют в поясничном отделе. И вот сегодня я хотел вам предложить нашим зрителям познакомиться с методикой, которая позволит решить проблемы мышечного напряжения. Потому что... А чему выникают вот такие боли в спине, которые, мабуть, відчував кожен на своєму робочому місці, або вдома, або в транспорті, або походиш на каблуках. От чому? Вони визникають проблеми, ну, вони можуть бути різної степені. Це або скованість, або обмеження подвіжності, або вже біль, гостре стан. Завжди причина в мишечному напруженні. От, і вони можуть визникати або від того, що ми цілий день сидимо на робочому місці, или перенапрягаемся, даже спортивные, казалось бы, оздоровительные нагрузки часто могут приводить к проблемам перенапряжения. И, ну и в общем-то, эта проблема гиподинамия, да, недостаток движения, она есть, мышцы одновременно и слабые, и зачастую и напряженные. До чего может призвести? Чи так, поболела спина, мы там простирали и пошли далее? Ну, вначале, значит, вот такой неправильный образ жизни, он приводит к этому напряжению, и появляется зона застоя, да, там в районе, допустим, вот поясничного отдела, ухудшается питание этих тканей, там, суставов, межпозвоночных дисков, и это, ну, в крайней случае это приводит к серьезным там межпозвоночным грыжам. Тобто наслідки, не все так просто, наслідки можуть бути не дуже приємними. Так, це формується длительне час, і краще навчитися, значить, правильної експлуатації свого тіла, да, так як ми вже всі привикли чистити зуби, да, і вмиватися, також потрібно і робити зарядку. Всі це розуміють, і от є хороші... У нас Аня робить зарядку, да. Все видно. Спина не болить? Буває. Буває. Зараз будемо допомагати. Да. Так? Ну що? Значит, я вначале попрошу проверить, вот какая сейчас подвижность. В данный момент утром еще человек только проснулся, но у него скованные мышцы. Так, то у нас есть... ранковая программа, тому говоримо про ранок. Да, да, давайте, да, про ранок. Да. И чаще всего вот подвижность утром хуже, чем, допустим, вечером. И проведем тест на подвижность поясничного отдела. Вот сейчас, Аня, свободно наклоняйся, коленях ножки не сгибай. Я вот так вот просто свою руку ставлю
И видно, что вот, пальчики вот на этом уровне это 22 сантиметра наклон. Тобто, якщо людина десь не дістає до підлоги, да, так? Норма, це нормально. Норма подвижності касання пальців по. Если не достаем, значит, это есть мышечное напряжение. И вот с помощью вот этих различных устройств, они по-разному работают, значит, в разной степени воздействия, мы добиваемся снятия этого напряжения. У нас есть методика «Сам себе остеопат», где, используя все эти три устройства, мы добиваемся хороших результатов, даже самостоятельно человек это может делать. Ну что, запросим? Да, и Анну. Вот начнем с самого легкого. Ну, мы сегодня только с этим устройством поработаем. Оно называется мостик или мастер спин. Его можно и самому, мне кажется, трошечки. Да, сделать. Это специальный прибор, который позволяет, видите, позвоночник попадает в эту прорезь. И это безопасно, комфортно. Значит, если у вас такого нету устройства, вы можете использовать любые подушки, бутылки на 2/3 заполненные теплой водой. Тут такие шпичечки, я бачу, да. А пляшечка, она такая гладенькая. Да, пляшечка гладенькая, поэтому мы будем так, как и пляшечка, без шипов использовать. Вот, ну мы, Аня немножко уже подразумевает, мы здесь имеем возможность разную степень угла сделать. Вот. То есть вы берете, ну это может быть книга какой-то толщины. И эта методика основана на собственных ощущениях. Вы должны подбирать для себя вот высоту этого предмета, который вы можете положить. И оператор подбирается, это очень просто. Вот сейчас мы это продемонстрируем. Сгибаем ноги на колени, подставляем под таз, под пуражку, посередине там правее ручка. Вот. Первая позиция. Мы должны как бы поясничный отдел и снизу растянуть, и чуть-чуть выше пойдем. Мы сегодня попробуем в трех позициях здесь поставить. Значит, так, людина растягивается. Да, ниби, видите, так? Мы поставили ну, под, в районе креста и копчика. И нужно таким образом подобрать высоту, чтобы вы почувствовали растяжение внутри таза. Але комфортно, чтобы да. Было. Так? Это... Скільки треба так лежати? Да, вот очень важный момент. Натяжение должно быть такое, что вы в течение 10 секунд будете чувствовать, что идет расслабление. Сейчас... То есть будь-что можно подушечку, как? Пляшечку с тепленькой водичкой, книжечку. Идет натяжение, да, прошло. Натяжение прошло. То есть у него было натяжение, оно... Включился рефлекс расслабления. И уже она его не чувствует сейчас. Этого. У каждого это время по-разному. Вот у нее прошло, видите, за 15 секунд. Но ну, важно, что вот оно сразу должно идти в течение 10 секунд. И может быть, можно лежать и чувствовать, что идет процесс расслабления до 2 минут. Зрозуміло. Что робимо далі? Дальше можно попробовать поднять руки вверх. И усилить таким образом натяжение. В локтях можно ее их держать ровно, вот так. Видите, с помощью рук мы еще усилили натяжение за счет других мышц. Здесь у нас такая мышечная цепь. Вот. Добавилось натяжение? Угу. Вот. И она чувствует, что идет уменьшение натяжения мышц внутри таза. После этого... Как мы отрабатываем напряжение внутри таза, мы имеем возможность пойти дальше. Тут важна именно последовательность. Скажите, будь ласка, зранку дуже мало часу. Ось у нас зараз усього 5 хвилин. Да. Мы встигнемо налаштуватися да. На робочий смотрите, день за 5 хвилин? Конечно. Смотрите, таз, вот мы уже получили расслабление буквально за 40 секунд. И мы передвигаем этот предмет выше на поясничный отдел. Для этого мы через бочок поднимаемся. Сначала на бочок. Бережем свою да, спинку очень и на важно, на бик. Всегда через бок, вот, особенно при этих процедурах. И устанавливаем предмет вот так под таз, чтобы... Под спинку такая. И теперь так. Именно под поясничное. Это было под крестец, теперь под поясничное. Есть... Те же самое, так? 10-15 секунд до 2 хвилин. Да, значит, чувствуем, что вот это самое легкое положение. Начинайте с этого положения. Потом, по мере того, как идет расслабление, идет расслабление? Нет, еще. Еще нет, значит, много натянули. Угу.
А посмотри, ноги выпрями, может так легче делаю? Да, так легче. Так легше. То есть ви повинні знайти... Слідкуйте за своїми відчуттями, слухайте свій організм, да, і працюйте на його відновлення. І тоді, коли ви бережно будете к нему относиться, чувствовать приятные расслабляющие эффекты, тогда это будет вам полезно и безопасно. Слушайте, ну это можно на твердом диване или на подлозе, только прокинувся, и так да, подушку на диване под спинку. Не полу, лучше на пол, на какой-то жесткое. Да. И подушка немножко имеет вот эту большую степень прогиба. Лучше какие-то предметы. Вот оптимально это 2-литровая бутылка заполнена на 2/3 теплой воды. Усього-навсього така пляшечка може врятувати здоров'я на цілий день, правда? Да, да. Ну що, Аню, що відчуваєте? Розслаблення. Пішло розслаблення. І якщо от ми працюємо тільки з поясничним ділом, має смисл і чуть-чуть вище пройти. Для цього, опять через бочок ви можете отак от піднятися і відвинути предмет этот дальше. Отак. И тут уже мы за счет рук, смотри, сейчас нету натяжения. Нет. И мы усиливаем, значит, натяжение за счет поднятия рук. И еще в этом положении, значит, надо почувствовать расслабление. И желательно подождать, пока полностью расслабится. Вот такая проста вправа, три зоны. Да. И какой ее наслідок? Для чего мы это все делаем? А сейчас мы попросим Аню, она уже получила эти эффекты. Рассказать про свои упражнения. Да, рассказать. И мы тогда еще в конце желательно сделать вытяжку, натянуть пальчики на себя, руки выпрямить, представить, что из пальца выходят струны, сделать глубокий вдох на задержке дыхания и за всей силы потянуть. Потянуть, потянуть, сделать такое растяжение. Таким упражнением заканчиваем. И в таком натянутом положении уходим. Как это в дитинстве, потягусь, потягусь, да, потягусь. Да. Это, видите, утром это очень полезно и правильно делать. Такие приятные и правильные потягусь. Да, а теперь через бочок подъем. Мы поднимаемся. Вот сюда, на наше место, где мы делали наклон. Будем снова нахиляться, так? Да. Аню, знущаются зранку над вами, так? Так. Видите-ка. Вот теперь... Вот сюда, значит, перед этим мы вышли. Трошки нижче Аня стала нахилятися. На 5 сантиметров наклон улучшился. Какие ощущения у тебя? Ще нічого не відчула. Ну, нічого не болит. Да, то есть... Спинка не болить? Не болит. То есть там люди, ну, часто люди говорят, что есть ощущение тепла, расслабления. Ну, вы видите, коротко сделали. То есть надо в каждом положении полежать до той степени, пока полностью расслабились. То есть, ну, мы увидели, что наклон улучшился, это значит, мышцы расслабились. Но я стежу за часом, да, десь за 3 хвилинки мы впорались, а мы заявляли 5 хвилин. Да, так? Ну, мы... То как раз 5 хвилин зранку и вистачить. 5 хвилин для вашего здоровья. Але скільки користі? Про користі ще раз, більш докладно. Значит, когда мы сняли напряжение мышц, мы сформировали... поясничный лордоз. У нас должен быть физиологический прогиб. В этом положении идет оптимальное состояние позвоночника. И вот что-то подобное, такое устройство мы можем применять, когда мы сидим, на вашем стульчике что-то должно быть под поясницей. Если вы занимаетесь вот такой работой, водитель автотранспорта. Або за компьютером люди на целый день сидят. Да, потому что это есть такая проблема, уплощение поясницы. И тогда, как бы, если мы сидим без такой подушечки, вся нагрузка идет на нижнюю часть поясницы. Так, нужно коли, распределить. Коли болит спина, то не думаешь про работу, а думаешь про спину, правда? Да, да. И когда... Аня сегодня будет целый день думать про работу. Да, появляется легкость в теле, часто отмечают люди, что есть возможность что-то, больше сил, да, для рабочего дня, и, ну, можно решать те задачи, которые стоят перед нами, а не думать о здоровье. Потому что здоровье – это естественное состояние человека, и нужно, значит, заниматься чем-то другим, а здоровье просто должно быть, если соблюдать правильные вот эти природные законы здоровья. Дякую вам, доброго вам ранку і приємного продовження дня. Нашим глядачам бажаю пам'ятати про своє здоров'я і піклуватися про нього.